Автомобіль взимку вимагає обережного до себе ставлення. Окрім слизької дороги, водіям потрібно бути надзвичайно обачними. Тож, на що потрібно звертати особливу увагу? Зараз дізнаємось від гостя, який прийшов до нашої студії. Це Микита Нем'ятий, фахівець з безпеки дорожнього руху. І Микита точно знає, що потрібно робити, бо він знає точно ще, як екстремально водити автомобіль. Микита, дуже рада вас бачити у нашій студії. Тож, зараз засніжені дороги, зараз багато людей не виїжджають взагалі, а ті, які виїжджають, вони зіштовхуються з небезпекою. Наскільки можна порівняти, наскільки можна сказати, що от зараз взимку є відсоток, збільшується там травматизму, і тим більше, що ми можемо порівняти це з літом, з весняними дорогами, так, і зимові дороги порівняти, то от якраз від вас ось така відповідь. Скажіть, будь ласка, який відсоток можна від усього відсотку знайти для зимових доріг? Скільки це? Ну, за рівнем травматизму і небезпеки. Я думаю, в будь-якому випадку увеличивается в рази ДТП і, як слідство, травматизм зимой. В зимнее время, особенно если зимой у нас снег, гололед, если очень сильно заснежены дороги, то это, безусловно, ну, в любом случае будет в плюс, к сожалению, травматизму, ДТП, в частности, и так далее. Для того, щоб ваш автомобіль працював як годинник, потрібно за ним доглядати. Тож, взимку, який догляд іще додається до вашого автомобіля? Ну, во-первых, я би рекомендував, як спеціаліст, во-первых, обов'язково слідити, щоб більше прогрівати автомобіль. Это раз, да, с утра, когда вы или на стоянке его храните, или ваш автомобиль, или в гараже, неважно, прогревать его. Летом его рекомендуется чуть меньше, где-то примерно меньше минуты, да. Если мы говорим за зимний период, особенно морозы, которые были вот недавно, да, очень крепкие, такие, до минус 20 градусов ночью то, что было, а автомобиль преимущественно ночью, да, стоит, лучше всего там до 5 минут, чтобы он хорошо прогревался, потому что в автомобиле начинают прогреваться все жидкости, которые есть, и это очень важно для автомобиля. Да, щоб він нормально продовжував далі їхати. Залишити 10 хвилин для того, щоб спокійно, нормально вийти і сісти в автомобіль комфортно і вже поїхати. Абсолютно правильно. Рекомендую також, коли ставите автомобіль на ніч в морози, рекомендую відкрити стекла, окна в автомобілі або двері для того, щоб зайшов холодний воздух в сам салон автомобіля. Це рекомендую для чого? Для того, щоб не було сильного перепаду температура ночью, потому что внутри автомобиль прогрелся, снаружи большой минус, внутри хороший плюс, да, поэтому вот на этом контрасте, чтобы его не было, если вы ставите на ночь, откройте, чтобы чуть холодный воздух пошел в автомобиль, то что, чтобы уравнялось, скажем так. А вы бачите, а мало кто это знает, мало кто робить, до речи. Да, я думаю, да. Можливо, досвідчені вже водії. Рекомендуется также, если есть какие-то налипания льда на автомобиле, пока они еще влажные от того, когда автомобиль был в движении, был теплый, да, то есть все вот эти вот налипания, которые есть на крыльях автомобиля, например, над колесами автомобиля и так далее, подбивать их для того, чтобы, что за ночь они могут замерзнуть. Ще більше будет, да. И когда внизу происходит замерзание такое, то есть даже некий дискомфорт, когда ты поворачиваешь руль, да, то есть колеса не крутятся, потому что вот эти вот налипания, они мешают. Поэтому возьмите, подбивайте. Плюс, естественно, это, скажем так, лайфхак, который уже ну, давно, поднять дворники обязательно, да, самые стеклоочистители, которые, вот, потому что они за ночь могут примерзнуть, и как минимум вы не сможете нормально протереть стекло с утра, а как максимум, да, это еще может, они испортиться могут, да, потому что вы нажмете на рычажок. Ну, можно сломать, чтобы, да, так, а он раз сломался и все. Ну и тоже такой момент, когда ты идешь до своего автомобиля, и он за ночь замерз, и начинаешь открывать двери, понимаешь, все, тут ничего не выходит. Да, от этого тоже никто не застрахован. Если вы, опять-таки, если вы на ночь ставите автомобиль, то есть он прогрет, и он сам по себе нагрелся, очистите лишний снег, который там был для того, чтобы с утра, да, то есть уже вам было проще. Если, например, чтобы не замерзли двери, на любой автомойке хорошей, на любом детейлинге, например, там есть такая услуга, как резиночки, к которым дверь
прикасается к салону, да, то есть их промазывают специальной смазкой такой, да, антизамерзающей, скажем так, условно, да, которая помогает, чтобы они не слиплись от мороза. Слизькою дорогою дуже важко пересуватися, і є, мабуть, рекомендації, коли досвідчені фахівці, от хочеться вас запитати, як маневрувати взимку, чи тормозити, чи навпаки, краще повільно їхати. Якщо ви, наприклад, піднімаєтесь до гори, і позаду вас вже зібралося досить таки багато автомобілів, а дорога слизька, що тоді робити в такому випадку? Ну, тобто, в таких екстремальних ситуаціях взимку може бути кожен. Первое, самое главное, что я рекомендую, всегда иметь, всегда быть готовым зимой, в зимнее вождение, всегда будьте готовы к тому, что автомобиль может куда-то понести или занести. Если вы в автомобиль садитесь с этим пониманием, то вам уже становится проще, вы уже к этому готовы, что реально что-то может произойти. Идеально чистых дорог, к сожалению, нету нигде, потому что такое время года это нормально. Будьте готовы обязательно к тому, что может где-то быть лед, даже на чистой условной дороге, да, и вас может где-то занести, и не только вас, но и другого водителя, который будет ехать параллельно, например, да, с вами, вот, грубо говоря. И всегда, всегда рассчитывайте, исходя из этого, не нужно быстро ехать, потому что чем больше скорость, тем больше будет у вас тормозной путь, занесе учитывая, швидше, что, так. Безусловно, плюс вы не сможете идеально ровно затормозить, то есть вас может, например, занести вот таким вот образом, да, и вы сможете и встречный автомобиль попасть под него, сейчас таких аварий очень много, например. Или топ, который был за последние там 3-4 дня по ДТП, да, когда вот такие вот паровозики, скажем так, условно, да, когда один резко тормозит, не успевает сзади него врезается, это также не успевает сзади него врезается, и это также врезается сзади него. Треба, мабуть, вистань таки зберігати взимку обов'язково. Да. То есть, если у вас здесь, да, там, летом условно одно расстояние, берите его скільки? В два раза больше. От зараз мы не можем, есть очень много учебников, очень много специалистов пишут, да, очень глупо называть какие-то цифры. Почему? Потому что ваша дистанция от синего автомобиля до зеленого зависит от кучи факторов. Десь може треба ближче, тим більше зараз скільки потік автомобілів, коли хтось виїжджає, хтось заїжджає, коли треба швидко, коли вже зібралась, наприклад, кількість якась їх, і вам треба втиснутись і проїхати, так, то, звичайно, ви не будете зберігати відстань таку, так? Але можна... ж, знову-таки, зима. В зимний период вот такие вот термины, как втиснуться, о них нужно забыть. Потому так. Что, во-первых, мы не имеем зимой, если, например, у нас вот здесь вот окончание проезжей части в летний период, то в зимний период здесь, например, может быть снег. Угу. Поэтому уже наша проезжая часть чуть-чуть сузилась, и есть перспектива, например, колесами, которые с правой стороны, опять-таки, наехать на какой-то лед, да, то есть на какой-то снег. Очень часто с тротуаров снег выкидывают на проезжую часть, опять-таки, да, то есть ее же не на середину кидают этот снег, а кидают, например, вот здесь с правой стороны. Не нужно втискиваться. То есть так, нужно водить автомобиль с очень хорошим инстинктом самосохранения и себя, и своего автомобиля. Скорость уменьшить как минимум в два раза. У каждого водителя есть там своя какая-то, условно говоря, крейсерская скорость, да. У кого-то она совпадает с ПДД, с общепризнанной, да, у кого-то нет, но это уже их дело. Вот. Но скорость надо в два раза уменьшить, если не хотите попадать в ДТП. Держать в два раза больше дистанции. То есть, условно, давайте так, выведем вот за сегодня, то есть, все вот это вот умножайте на два. Так, все то ще есть, було до да, того, так? Да. Зимою... Якщо би ще навіть ділити, мабуть, на два. Ділити то есть, как треба, да. Так. Те, що у вас вже зібралося. Да. Так. Скорость в два рази уменьшите, тормозной путь в два рази увеличите. І як вот эти вот два фактора, вони вже в половину так точно сохранять вас від попадання в любое ДТП і, в общем-то, в любое время года, в тому числі і зиму. А ви ще з собою дещо принесли, так? Да. І зможете зараз показати невеличкий хотел мастер-класс. Бы, да, сам, хотел бы порекомендовать всем водителям, чтобы
один, по крайней мере, такой лайфхак, чтобы за этот эфир сохранился, чтобы все запомнили, из-за чего бывает огромное количество аварий, и в том числе в автоспорте тоже, это так называемое торможение на вывернутых колесах. Что это обозначает? Очень эффективно происходит торможение, если у нас колеса стоят идеально ровно. Почему? Потому что, когда вы нажимаете на педаль тормоз, колесо тормозит об асфальт, передняя ось автомобиля нагружается, это физика, да, элементарно. У вас есть такое понятие, как пятно контакта. То есть, вот колесо же не все прикасается в этот момент с проезжей частью, да, оно только какой-то определенной частью своей. Так вот, когда вы тормозите резко, экстренно у вас тормозит, дистанционно, торможение происходит, и оно на ровном колесе, это так нужно, так правильно, пятно контакта больше, больше вероятности, что автомобиль быстро затормозит, и у него не будет большого тормозного пути. То есть, собственно говоря, то, о чем мы вот говорили. Очень часто водители сначала выкручивают руль, они видят какую-то опасность, они выкручивают руль, а потом нажимают на педаль тормоза. И из-за вот этого вот поворота колеса, да, а вернее двух да, колес, уже пятно контакта меньше становится, да, и из-за этого уже нечем тормозить, говоря простыми словами, автомобилю. Уже занесли. И поэтому, да, очень часто такое бывает. Поэтому наглядно, вот продемонстрирую еще раз, да, то есть если вы прямо, вот, и если у вас повернулось, у вас вот здесь, вот где колесо стоит, меньше расстояние, то есть меньше захватывает асфальт, и из-за этого происходит уже не такое идет нагружение, из-за этого больше тормозной путь. Ну, такі досвідчені фахівці, мабуть, знають, і їм доводилося побувати в різних ситуаціях. Чи вчите ви своїх учнів, як водити автомобіль і, можливо, екстремально в деяких випадках взимку? У нас есть предусмотрен целый курс экстремального и контраварийного вождения, в том числе, где мы прорабатываем, приучаем человека, даем ему навыки, которые будут необходимы, которые ему пригодятся, в том числе и в зимнюю пору в вождении. Это очень важно, потому что очень много можно говорить в теории, можно просмотреть кучу YouTube-роликов, послушать мнение тысячи профессионалов, экспертов, в том числе половины из которых это твои родственники, да, там и так далее. Но лучше всего я очень рекомендую всем водителям без исключения искать какие-то свободные, безопасные площадки и самостоятельно, если вы не хотите записываться на курс экстремального или контраварийного вождения, ну, например, верите вы в свои силы, да, выезжать на эти площадки и пробовать тестировать свой автомобиль, манеру поведения своего автомобиля, да, то есть это, если так можно сравнить, это как обувь, да, вы одели, вы не знаете, где скользко, где не скользко будет эта обувь, вот с автомобилем примерно такая же история. Тестируйте свой автомобиль для того, чтобы четко понимать, как відчувати он себя будет вести вже, да, в зимний ситуации. Период, в летний период, когда занесло заднюю ось автомобиля, когда переднюю ось автомобиля, да, снесло, скажем так. Если мы на подъем выехали, а автомобиль сунется назад, что делать? А, до речі, що робити? Ось ми якраз почали вже говорити, відповідати на це питання. От ви виїхали, наприклад, на горку, так, і бачите, позаду вас є дуже багато автомобілів, слизько. Що робити? Если вы верующий человек, то нужно креститься обязательно, то есть или молиться, да. Вот. Если, ну, я шучу, на самом деле, есть такие вещи, которые крайне тяжело прокомментировать данную ситуацию. Если возьмем кейс, да, если вы на какой-то крутом спуске или крутом подъеме, ваш автомобиль начинает сунуть назад, это практически в вашем случае вы ничего не можете делать. Что бы я рекомендовал, это максимально рулем, если условно мы предположим, что вот здесь у нас вверх, да, то есть вот автомобиль сюда скатывается. Рулем, у нас синий, у нас какие у нас автомобиль? Давайте возьмем, да, синий нехай автомобиль, буду на чтобы не путаться, да. Вот, если мы начинаем скатываться нашим автомобилем, что бы я рекомендовал, рулем максимально приблизить автомобиль к бордюру, да, чтобы при помощи, например, чисто физически колесом об бордюр затормозить свой автомобиль.
Ну, может это быть, будет, и снег, и все, что забыл. Это будет один из, во-первых, самых бюджетных вариантов такого торможения, скажем так, условно, да? Угу. Потому что, ну, вы, в принципе, сможете повредить только колесо и диск, скажем так, да? То есть это не приведет к большому количеству аварий, потому что, если, например, у нас вот здесь вот куча автомобилей стоит, да, то если вы тут скатываетесь, то, что мы только что говорили, только обратную сторону может идти. Поэтому потихоньку рулем... Ну, якось, сигнал якийсь дати тим, хто позаду, що у вас така ситуація. Ну, вони і самі побачать, мабуть. Проблема всіх сигналів состоїть в тому, що це ви думаєте, що ви подали сигнал, а ці задні, вони елементарно сразу не поймуть, що ви їм хочете сказати. Тому що не предусмотрено, який сигнал нужно дати, якщо мене сносить назад. Ви поняли? Поэтому, да. Ну, якщо тут опитні водители, які поймуть, увидять, що, ага, то есть, да, видно, у него то что-то не то происходит, он там аварийку, например, включил, да, условно, да, но опять-таки, куда деться зеленому? Ну, вже якось треба шукати йому, думати тепер, що робити. Тобто тут виходить, що така реакція повинна бути у всіх, хто стоїть позаду. Да, і вони всі повинні бути к этому готові, всі розуміти, і ні в коєму случае, опять-таки, то, що ми сьогодні теж говорили, ми красною нитью це проводимо, якщо всі будуть тримати дистанцию, особенно на таких крутых каких-то спусках, да, к примеру, то уже будет проще сманеврировать и синему, и в том числе и зеленому, и остальным тоже автомобилям. Яких помилок переважно допускаются учні ваші и взагалі водії, особливо в зимовий період? Про що вам хотілося би ще додатково розказати зараз? Дело в том, что мы, ну, во-первых, хочется отметить, что мы учим людей таким образом, чтобы минимизировать количество ошибок, которые, чтобы они допускали. Безусловно, это человеческий фактор. Это не готовность к какой-то аварии. Водители, они в большинстве случаев оптимисты. То есть они всегда верят, что их никогда не остановят, никогда не оштрафуют, с ними всегда будет все в порядке. Да? То есть даже если они едут с какими-то нарушениями или с какими-то дефектами в автомобиле в том числе, да, то есть они всегда верят в лучшее. Но факты – вещь упрямая. Поэтому человеческий фактор, самая распространенная ошибка, то, что ты веришь, что все будет хорошо, не всегда на дороге может быть хорошо. По крайней мере, потому что ты не один на дороге. Даже мировая статистика всего автомобилестроения, есть куча примеров, когда только зарождались автомобили, и у нас в стране, да, и в других странах, в Америке, там, например, в Европе, когда в одном там штате в Америке было всего 3 автомобиля и на весь штат, и 2 из них врезались, и есть фото этих ДТП, да, и так далее. Поэтому и первые ДТП возникали по причине превышения скорости, опять-таки. Поэтому, если вы не хотите попадать в ДТП, не допускайте ошибок каких, а именно, первое, будьте готовы, да, что могут произойти непредвиденные ситуации на дороге, раз, не превышайте скорость, 2, вот, четко следите за своей посадкой, за том, как вы сидите в автомобиле, чтобы у вас была правильная, хорошая обзорность, чтобы вы видели опасность, да, то есть потому что очень много ошибок у нас у водителей, у подавляющего большинства, они элементарно неправильно сидят. Из-за этого они не могут четко увидеть, из-за этого они могут четко почувствовать автомобиль и сманеврировать. Мы наши любые занятия начинаем с элементарного, мы выключаем автомобиль, у людей сразу, они до конца сразу не понимают, что происходит. И мы людей, мы показываем, говорим, вы сидите неправильно. А чему неправильно? Я так привык, я так вожу там 10 лет, например. Мы говорим, ну, это так, неправильно. Треба вчитись сидіти правильно. Да. Ну, ось, дуже добрі і зараз настільки необхідні для нас усіх рекомендації прозвучали сьогодні. Я вам дуже дякую, пане Микито. Це справжній був такий лайфхак, який допоможе нам усім. Это вам подарок. Так, да, ой, дякуємо от вам. Нас, да, дуже дякуємо. Так, будемо тримати как таку фішечку, да, як да. Символ безпеки. І, звичайно, будемо всі дуже обачними і обережними. Тому хочеться, щоб ми всі тримали рівновагу, спокій на дорогах, розуміли, що це зима, і знали, що не лише ми на дорозі, а є ще дуже багато людей, водіїв, за якими теж стоїть щось, стоїть небезпека. Тому ось так. І Микита, раді, що ви прийшли до нашої студії. Будемо спасибо чекати вас ще у нас в гостях. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.